Дорогие друзья, внимание на беговые дорожки. Представляем участников мужского финала. Ну, 1500 метров у мужчин. Следующий Антон финал. Кулятин, сегодня два индивидуальных беговых вида. Республика 12 спортсменов. Антон Никита Кулятин, Новосибирская область, Владимир Попов, Чувашская, Оренбургская, Чувашская республика, Оренбургская область, Никита Высоцкий, Московская и Челябинская область, Алексей Харитонов, Санкт-Петербург, один из фаворитов забега, Павел Харастутин, Москва, Санкт-Петербург, Тимофей Петров, Санкт-Петербург, Ринас Ахмадеев, бегун на 5000 метров, здесь республика Татарстан, Вячеслав Соколов, опытный, Москва, Челябинская, Артем Гореинов, Московская область, Андрей Дмитриев, Краснодарский край, Олег Сидоров, Татарстан и Денис Башкирцев, Москва, Пензенская область. Москва, Пензенская область, 1500 метров, мужчины, финал. Ну, а в прыжке в высоту, в секторе для прыжка в высоту, я смотрю, тех спортсменов, которые закончили, уже увели из сектора. Это так всегда делают? И потому что иногда я, вот, часто бывает, что все сидят до конца соревнований. Есть какое-то правило здесь особое? Срочно, пожалуйста, медицинская бригада. Сектор до тройного прыжка. Да, кто-то травму получил. Здесь на самом деле есть еще этика поведения спортивная, и здесь, конечно, пока соревнование не закончено, у нас так было всегда принято, по крайней мере, вот есть какие-то такие принципы спортивные, что если ты проиграл, то надо проявить уважение к своим соперникам и остаться до конца соревнований, поприсутствовать в секторе. То есть как-то преждевременный уход из сектора, это, наверное, не очень красиво со спортивной точки зрения. Не признак хорошего тона. Ну, беги на 1500 метров, петербуржцы повели бег, Тимофей Петров, Павел Хворостухин, 58 где-то, не останавливается у нас, к сожалению, вот сейчас бегущая строка, порядка 58 с небольшим, на отметке 400 метров, Хворостухин вышел вперед, видимо, есть некая договоренность, а третьим сейчас на второе место перешел, как я уже говорил, Алексей Харитонов, победитель универсиады 2015 года. Вот, может быть, такую командную тактику питерцы сегодня решили применить. Вот сейчас Кристина Королева в этот момент выполнила вторую попытку неудачно. Вот, то есть 4 осталось спортсменки. Сейчас третья вот у нее попытка. Трое взяли высоту 1,91 м. Вот, но вот в такой позиции, как сейчас, в принципе, может быть, был бы смысл даже перенести две попытки на более высокую высоту для борьбы с лидерами. То есть получается, что 3 человека взяли с первых. Кристина Королева не взяла, поэтому, в принципе, был бы, может быть, смысл побороться на следующей высоте. Ну что ж, где-то 1,59, примерно 800 метров. Хворостухин впереди, Харитонов за ним. По-моему, Владимир Попов третий и Тимофей Петров и Вячеслав Соколов. Таково положение. Таково положение в лидирующей группе. Ну и вот Алексей Харитонов где-то за 500 метров вышел вперед. Очень хорошо он бежал в забеге. Лучший результат из всех участников забега. 3:38, 2:44 примерно за круг до финиша. И вот Алексей Харитонов в отличном стиле уходит вперед и создает уже очень большой разрыв. И посмотрим, отметка 1200 метров, где-то 2:58. Даже третий круг чуть быстрее, 60 секунд. Ну и такие разрывы образовались, что если Харитонов может только проиграть, если что-то случится, пока он бежит очень и очень хорошо. И вот Высоцкий, Никита Высоцкий выходит на вторую позицию. Конечно, слишком долго он сидел сзади, обладая спортсмен хорошим финишем. Но 100 метров – это короткая дистанция, чтобы сократить такой разрыв. Но для него, может быть, для Высоцкого это тоже хорошее место. Серебряная медаль первая будет. Итак, Алексей Харитонов становится чемпионом России 2016 года. 3:40, Высоцкий второй и кто? Попов и Растухин боролись за третье место. Ну что ж, интересный получился забег, как ожидали
фаворит этого бега, стал победителем. Ну и Никита Высоцкий был третьим на командном чемпионате России, сейчас вторым. Ну, правда, там был Валентин Смирнов, а здесь его нет. Мы уже говорили, что небольшая травма заставила Валентина пропустить чемпионат России. Кристина Кар...